попросили отремонтировать дорогу и наладить мобильную связь. Губернатор области посетил село Старая Лебежайка. Это один из самых отдаленных населенных пунктов Хвалынского района, который находится практически на границе с Ульяновской областью. А потому проблем здесь хватает. Жители пожаловались главе региона на неустойчивую сотовую связь и отсутствие уличного освещения. Также люди попросили продолжить ремонт автомобильной дороги, соединяющей село с федеральной трассой. Валерий Радаев отметил, что для подобных населенных пунктов, которые располагаются далеко от районных центров, важно, чтобы были налажены все социальные связи. Должна быть школа, ФАП, торговля. Нам очень важно, потому что вот такие самые отдаленные населенные пункты, которые проживают практически локально, будем говорить, чтобы здесь, конечно, поддержка это была. Вот без этого ни в коем случае нельзя. Поэтому население в большей своей степени пожилое, надо на это обращать внимание. По всем обращениям жителей глава региона дал поручение руководителям профильных министерств. Кроме того, губернатор обратил внимание на разбитый участок дороги около остановочного павильона в центре поселка и поручил привести площадку в порядок.